последнего жреца неизвестно. Вторжение демонов невозможно остановить, пока не уничтожен жрец и его страж. Чтобы найти последнего жреца, нам потребуется помощь. Рекомендую вам связаться с доктором Хайденом. Я настрою портал на командный пост комитета. Идите вперед и найдете доктора Хайдена. Ранее в этом комплексе располагался штаб сопротивления. Хорошие новости для верных. Предатель Сэмюэл Хайден погиб. Персонал под угрозой. Начинаем процедуру эвакуации.
Внимание! Штаб комитета находится под угрозой.
цитадели доктора Хайдена закрыта. Идентифицированы две турели. Расчет оптимальной траектории стрельбы. Готово. Обе турели позволят расчистить путь. Отмечаю их.
Доктор Елена Ричардсон. Запись 002. Анализ палача Рока. 24 января 2163 года. Объект никак не может быть демоном. У нас есть образцы крови с марсианской базы. По ним видно, что у него четвертая положительная группа крови. Он мужчина. Геном относит его к человеческой расе. Но силой, быстротой и выносливостью он превосходит других людей. В образцах крови есть объекты неизвестного происхождения. Yeah.
Доктор Елена Ричардсон, запись 005, анализ палача Рока. 2 февраля 2163 года. Грешником. Чтобы прийти к успеху, надо трудиться. Наша цель – эволюция. Прибудем в конечную точку вместе. Грешником. Чтобы прийти к успеху, надо трудиться.
думаете, что палач Рока спасет вас?
устранена. Расположение второй турели позволяет вам уничтожить оставшиеся щупальца. Пространственные друзья не будут ступать по оскверненной территории. Земля должна быть очищена. Thank you.
Управление перехвачено. Теперь путь свободен. Вы можете попасть в цитадель. Запись 006/9/2163 года. Они боятся только его. Больше их ничем не проймешь. Thank you.
внимание всему персоналу комитета. Альтернативно живые проникли в здание. Рекомендуется эвакуация. Располагается на верхнем уровне этого здания. Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. Господи! Да, доктор Хайден был убежден, ну, что вы за этим придете когда-нибудь. А можно я вам скажу, что это большая честь увидеть вас лично? Я... Внимание! Были активированы аварийные протоколы. Немедленно покиньте комплекс. Мы не знаем, как получить доступ к корееву мозга. Там такое все черт ногу сломит. Нам надо теперь как-то аккуратно его вывести. Был дан четкий приказ. Признаки жизни едва уловимы. Внимание! Демоническая угроза 5-го уровня в центральной лаборатории. Тебе раскрою глаза, палач!